Всем добрый день, с вами Ольга, и покупки будут у нас сегодня из фикс-прайса. Кому это видео интересно, пожалуйста, оставайтесь со мной на протяжении 20-30 минут. Не знаю, за сколько уложусь. Итак, начнем. Первое, что я вам покажу, это продукты питания. Здесь у меня их совсем немного, как-то не очень я беру там что-то из питания. В основном такие вот штучки. Это чокопай, значит, 47 рублей. Здесь 6 штучек, наверное, 6 штучек. Слушайте, а где здесь указано-то? А, правильно, есть. Вот, 6 штук. Третий раз я уже беру, пока все по 47. Пока еще все по 47. А вот, такая нормальная пачка чокопайки. Так, вот так поставим. Дальше из продуктов увидела вот такую вот халву и взяла ее две пачки, потому что это она вышла по 23,50, правильно? Ну да. То есть 1 плюс 1. Халва подсолнечная, понравилась, обычная халва. Не видела, кстати, раньше. 250 грамм. Пожалуйста, кому нужен состав, можете остановить, почитать. Все более-менее натуральное. Ядро подсолнечника, патока, сахар, масло растительное, вода, экстракт мыльного корня, ароматизатор ванилин, пищевой натуральный антиокислитель, смесь токоферолов. Ну, то есть, какие-то масла, да? Так, вот, Так, то есть, такая вот халва. Вот, в принципе, и все из продуктов. Да, из продуктов все. Дальше давайте по-большому пойдем. Значит, вот такой вот гель для туалета. Лимон. Не знаю, девочки, не пробовала. Ну, чисто так по отзывам взяла. Я обычно пользуюсь утенком. Ну, как бы сейчас утенок, конечно, очень дорогой. Ну, я его все равно беру. Но это так, решила взять, попробовать. Если понравится, то наверняка вы увидите у меня этот гель еще раз. Я его куплю. Если я его брать не буду, значит, ерунда. Для меня главное, чтобы этот гель хорошо справлялся с ржавчиной, потому что, ну, вода ржавая, что говорить. Вот такой гельчик. Далее, девочки, нашла вот такую штуку, не знаю, может быть, они были раньше, но не видела. Это средство для обработки рук и ногтей, антисептик. Нейтрализует бактерии, смягчает и увлажняет кожу. Очень он мне понравился тем, ну, короче, что у него хороший состав. Вообще, такие антисептики я умею делать сама и частенько делаю. Но здесь, знаете, 47 рублей, флакончик большой, 100 миллилитров. И главное, состав действительно, который будет убивать микробы. На первом месте спирт этиловый, ну, в общем, обыкновенный 70%, вода, глицерин, экстракт растительного сырья и кислота салициловая. Ну, вообще, это просто идеальный состав. У меня даже есть видео, как я сама тоже делаю вот такие вот антисептические растворы. В принципе, все то же самое. Я наливаю спирт, я добавляю глицерин, ну, воду там, да, если надо, можно и без воды, в принципе, и какую-то отдушку. Но здесь еще салициловая кислота, это тоже очень замечательно. То есть вообще отличная штукенция, кому нужно, обратите внимание. И пахнет обычным медицинским спиртом. Так что такая вот вещь. И большой такой флакончик. Так, дальше взяла вот такой вот ролик. Ну, вы знаете, да, ролик для чистки одежды. Дело в том, что у меня тоже есть кошка. Кошка белая. Это, конечно, жесть. Волосы и белые, ну, это вообще, да. В общем, такой именно ролик я еще не использовала.
у девочек видела по отзывам, что вроде как и ничего. Поэтому взяла. Хочу вам его показать. В принципе, так вот думаю, что если он мне понравится, то там, знаете, есть прям блоки сменные. Что-то никак. Да, там два сменных блока, вот таких вот, вот именно. Ну, то есть за 47 рублей можно тоже приобрести, если эта штука хорошая. Вот, взяла специально ножницы, чтобы вам все показать. Господи, так прилипает все, прям уже прилипает. Так, показать, показать. А дальше-то чего еще? Вот эту, наверное, штуку надо отлепить. Ну да. Ну да. Вот. В принципе, и все. На такой штуке болтается вот это вот. Так, я понимаю, да, вот это проводишь, вот это вот отрывная штучечка. Ну, в общем, ай, липкая. В общем, как пользоваться, еще им не знаю. Попробую. Если понравится, то будем использовать. Так, дальше. Еще взяла вот такие вот набор крючков. Здесь 8 штук. Так вот это все дело выглядит. Крючки покупаю, опять же, ну, периодически, потому что беру всегда на липучках. Чтобы, знаете, как-то много везде у меня кафель. И не хочется портить стены. Вот. Вот так вот выглядит. Использую их в ванне для полотенец. Сегодня как раз вот ребенок испортил крючок нижний. И поэтому решила взять... низко ему повесить полотенчика, чтобы, ну, все знают, да, отлепляем к стенке, прижимаем, и все, стенку обязательно обезжириваем. Ну, такие простые белые крючочки взяла и на кухне, в принципе, использую. Ну, где угодно можно их использовать. 8 штук, ну, как бы вообще здорово, такие нормальные. Так, дальше девочки и мальчики. Еще взяла вот такие две пасты Сплат. Тоже увидела у девчонок в обзорах. И думаю, ну как не взять? Ну, конечно, в обзорах я думала, что это, знаете, большие такие полноценные тюбики. Это тюбики маленькие. Так, сколько грамм? Сколько грамм? Сейчас постараюсь вам найти, сколько грамм. 40 миллилитров всего. Ну, то есть, я говорю, небольшие такие. О, даже с инструкцией. Ну, вот такой вот. Это я взяла один отбеливающий и другую взяла лечебные травы. Тоже такая же, 40 граммовая. Ну, сплат пасты, они, конечно же, дорогие. Вы знаете, точно не могу сказать, но мне кажется, что даже маленький тюбик за 47 рублей не купишь. Хотя, ну, конечно, надо посмотреть. Не знаю. Может быть, здесь я и прогадала. А может быть, и нет. Вот, малюсенькие. Конечно, они малюсенькие. Ну, вот с чем? Практически, да? Вот так вот. С бутылочкой с этой одинаково. С халвой тоже так же. Совсем небольшая. Ну, что поделать. Так. Дальше. Смотрите, какая интересная, какие интересные отвертки. Это, в принципе, взяла я себе, представляете? Да. Ну, конечно же, по совету мужа. Здесь такая вот отверточка. И много-много разных насадок. Разных. Поставила ее к себе прямо на кухню, на вытяжку. Вы знаете, ну, как вот дома находишься, да, там, когда особенно мужа нету, ребенок там прибежит, чего-то нужно поменять батарейки в какой-то машинке, в роботе, и вот постоянно ищешь, чем бы открутить.
Тут, вот, короче, для таких вот каких-то вот мелочей, именно домашних, хозяйственных. Вообще очень компактная штука, очень понравилась, занимает мало места. Посмотрите, как много здесь разнообразных насадок. То есть, кому вот так вот надо, наверняка у многих возникала такая же проблема, да. Мужчины, конечно, они же знают, где у них чего лежит, там надо идти в шкаф, искать все. Для меня это, ну, как-то неинтересно. А так, хопа, всегда на видном месте, раз взял, открутил ребенку, как говорится, быстро. Короче, экономия времени. Вот такая хорошая штучка. Так, дальше взяла опять свои любимые диски косметические ватные. Значит, здесь их 140 штук. Только не говорите, не говорите мне, что в аптеках можно купить за 25, за 32. Да, можно. Но, во-первых, здесь 140 штук. Во-вторых, сейчас я вам покажу, какие они. Я специально достала. У меня еще старые не кончились, но это я так уже про запас взяла. Вот такие вот диски. Видите, во-первых, они все прошитые. Они, когда их достаешь из упаковки, они вот не отслаиваются, ничего. Ну, то есть, очень классные. Мне нравится. Больше всего мне нравятся они именно из-за этого. И тоненькие они, не пушатся. Ну, в общем, все качества, которые мне нравятся и меня устраивают. Поэтому я их беру. Возможно, где-то, да, иногда я беру и в магнитах, там по 32 рубля, по 22 рубля, но там, во-первых, и не 140 штук, и они не прошитые, поэтому приглядитесь, если кому это интересно. Так, ну и практически, нет, еще, в общем, взяла, у ребенка будет день рождения, взяла вот такой вот набор стаканчиков. Happy birthday, с днем рождения. Сейчас там открою, достану, покажу. Такие вот маленькие стаканчики. Для деток здорово. Ну, это, конечно же, под соки там разные, под колы. 20 штук здесь находится в упаковке. Очень много. Сделано в Китае, конечно же, в Китае, да. Но, опять же, это не под горячее, поэтому нормально. Здорово все пойдет. Так, и взяла точно такие же тарелочки. Ну, тарелки, наверное, не буду я вам распечатывать. Что тут-то? В принципе, тарелочки я взяла в основном под торт. Ну, вот все-таки решила достать, показать. Обычная одноразовая тарелочка, только красивая, под тортик. Детки очень любят. Вот такой наборчик получился. Вы знаете, не показала, надо было изначально это показать, но что-то как-то в сторону отложила и забыла. Вот, да, теперь вот мало места. Давайте-ка все это сейчас я немножечко подвину, чтобы было вам хорошо видно. Девочки, это контейнеры. Взяла сразу 4 штуки. Был у меня уже обзор. Я их брала. Брала 2 штуки. Вот так вот он выглядит один. Он такой, видите, прозрачный. Здесь очень с удобными выемками. И плюс, что самое главное, из-за чего они мне понравились больше всех, это то, что к ним идут вот такие вот крышки. Вот, то есть это все накрывается крышкой. Безумно удобно, безумно они мне понравились именно тем, что можно ставить их друг на друга. Они именно этим и привлекательны. То есть мы берем еще второй контейнер, да, также с крышечкой, закрываем. Давайте вам вот так вот это все покажу. То есть так вот отлично друг на друге они будут смотреться. Согласитесь, если, допустим,
здесь вот нету крышки, ну уже все, сверху ты ничего не поставишь. И как бы такое вот расположение настолько классно экономит место в шкафах, вообще просто суперенно. Я, наверное, пойду еще возьму, просто единственное, что в этот раз они были все синие. Но взяла 4 штуки, ну куда еще больше, правда? Вот. А сейчас я нахожусь в отпуске в двухнедельном. Буду разбирать дома все свои шкафы. Буду наводить порядки. Поэтому такие вот отличные контейнеры. Во как. Мне нужны. То есть, да, смотрите, если шкаф позволяет вам вот эта вот высота, то можно даже 4 штуки поставить. Вообще классно. Ну, у меня таких широких шкафов нету, если только внизу. Ну, в общем, не знаю. В общем, идеально. Вот это вот идеальные контейнеры. Присмотритесь, кому интересно. И мне нравится, что в них все видно, где что лежит. Если вот даже они одинаковые, да, мы не запомнили, куда что положили, все будет видно. Так, ну вот и все. Вроде бы все я вам показала. Такие были у меня покупочки с фикс-прайса. Тоже подсела я уже, можно сказать, на эту продукцию. Ну, на самом деле есть вещи, которые намного дешевле, чем в других магазинах. Взять те же контейнеры. Вот. Ну все. Всем всего хорошего. Пока-пока. И до новых встреч.